Здравствуйте, товарищи! Давненько я не выходил в эфир, потому что всю прошлую неделю я немножечко болел, и мне было как бы не до этого. Но в сегодняшнем ролике я хочу вам рассказать про одну интересную штуку, которую я на днях приобрел. Это лазерное приспособление, которое позволяет выставлять заднее колесо идеально ровно, потому что на своем серефоче, то есть я для себя принял решение, я буду делать максимально все сам. То есть это будет также касаться замена цепи, резины, звезд, в общем, все, что касается обслуживания мотоцикла, такого, ну, не сильно серьезного, допустим, регулировку клапанов я лезть, конечно, не буду, но все остальное хочу делать сам. На этой неделе, кстати, я поменял себе резину, поставил Bridgestone Buttlux X41 Adventure Cross. Тест-драйва я еще пока не делал, по асфальту немножко проехался, по асфальту идет изумительно, а на оффроуд еще не выезжал. Ну, я думаю, об этом я расскажу потом в отдельных видосах, когда немножко покатаюсь и уже будет какой-то опыт. Так вот, вернемся мы вот к этой приблуде. Выглядит вот она вот таким вот образом в упаковке. Сейчас я распакую и покажу, на что она похожа и как она работает. Так, давайте, открывайся коробочка. Вот я открыл коробочку. Здесь идут какие-то вот штуки, не знаю для чего. Также есть небольшой мануальчик на английском языке. Ну и, собственно, сама приблуда. То есть она выглядит вот так. Вот эта штука, она почти такая на липучке, то есть как бы клеится к корпусу. Соответственно, сейчас я ее достану из упаковки и покажу ее вам. Штучка очень маленькая, да, такая вот приблуда. Сейчас фокус сделаем, чтобы было хорошо видно. То есть она реально маленькая, поэтому с собой ее взять не составит труда. Допустим, если я сейчас вот ее включу, видите, появился лазер. То есть луч не прямой. Не точка, не как лазерная указка, а он идет как линия. Как эта штука работает? То есть вот эта штука, она на магните. То есть прикладывается к звезде, то есть примагничивается к звезде в нижней части, там где цепь. Соответственно, включается, и вот этот луч, он идет как бы вот в такой плоскости. И, соответственно, когда вы колесо выставляете ровно, то этот луч будет идти точно по цепи, то есть равно одинаково. То есть вы будете любое отклонение видеть, потому что ваш луч будет уходить либо влево, либо вправо, соответственно, лазерный. И с помощью этой приблуды можно максимально точно выставить заднее колесо. Без танцев с бубном. Цена вопроса вместе с доставкой что-то 70 евро, то есть это дороговато, да. Но я так подумал, ну, почему я такую покупку себе оправдал. Если раньше я ездил, допустим, на сервис и менял колеса, отдавал там чуть больше 100 евро, то сейчас я буду делать это сам. И вот на эти деньги, то, что я как бы сэкономил, не отдав эти деньги другим, я просто купил себе вот этот замечательный инструмент. И также и в остальном. Инструмент у меня теперь есть, и он у меня останется. Он никуда не денется. С собой в дорогу взять куда-то, в путешествие, тоже места вообще не занимает. Вот, собственно, такие дела. Может быть, когда-нибудь я буду этим заниматься и, соответственно, сниму видео, как действительно это работает. Ну, на этом как бы все. До новых встреч.